Сегодня у нас на разборе Vertex Impress Xeon 3G. Открываем заднюю крышку. Батарейка у нас съемная. Откручиваем болтики по периметру. Открываем верхнюю крышечку. Отстегиваем шлейф, который идет на тачскрин. Снимаем фронтальную камеру. Отстегиваем шлейфик, который идет у нас на дисплей. Отклеиваем вибро. Снимаем основную камеру. Включаем антенны, проводок. И отклеиваем кнопки громкости включения, чтобы не оторвать шлейфик, потому что он припаян к плате. Теперь откручиваем болты и снимаем основную плату системную. Дисплей с тачскрином идут отдельно, меняются по отдельности. Так, откручиваем нижние болтики и снимаем динамик базер с антенной в сборе снизу. Откручиваем нижнюю плату, на которой стоит системный разъем. Аккуратно вытаскиваем микрофон и отключаем ее от шлейфика. Отстегиваем антенный проводок и вынимаем нижнюю плату на системный разъем. Снимаем антенный провод. Все, телефон разобран. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и указывайте в комментарии, какие бы вы телефоны хотели увидеть в наших следующих разборах. Пока!